Да, ну не дают. А все все книги. Я вот вас спросил, вы правда осуждены? Опять вас обвинили в проституцию? Девушка. Товарищ капитан, здравствуйте. Вы являетесь здесь ответственным от УВД Центрального округа, правильно я понимаю? Прошу вас принять заявление о противоправных действиях Яблочников и гражданина Чирикова. Я прошу, согласно приказу МВД об обращениях граждан и их заявлениях, принять от меня заявление. Так а в чем нарушение? Вы не хотите представиться? Добрый день. Что вы такая злая все время? То есть вы отказываетесь в данный момент принять заявление? Я не отказываюсь. Ну тогда примите. Хорошо, сейчас примем. Давайте. Нет, зачем нам участковый? Вот вы, как сотрудник полиции, ответственный на данном мероприятии, имеете право принять заявление? За организацию группировки, можно так даже сказать. Да. А вы не знали? Ну, то есть сотрудник полиции отказался принимать заявление о противоправных действиях Чирикова и граждан Эдик. Правильно? Да. Правильно. Нет, все.